В ангаре тут труп валяется, Да, зомби. я там Вот поубивал. так. Сейчас мне нужно мышку прикрепить, все, я теперь могу вращаться. Здрасте, здрасте. Что тут произошло? Зомби ничего нет. Жопа. Куда мы замок на три цифры что-то не взял? Так а зачем он мне? Запереть кого-нибудь на три цифры. Тебя? Нет. Ну, блин, ладно. Допустим. Так, ну я иду в сторону могилевки, это значит. Артём, нам нужно двигаться. У меня компас, да. У меня компас есть сейчас, секундочку. Я знаю, что нам нужно двигаться в сторону Гуглова. Нам нужно двигаться на юг, на. Даже на юго-запад. А где здесь да. Лестница наверх, не помнишь? Ты подбегаешь. Я бегаю рядом тут за забором. А это зомби бегает вообще. Меня тут Артём расстрелял уже. Типа, мы забежали в одно здание. Я спрашиваю, о, Артём, это ты что ли? Он такой поворачивается и расстреливает меня. Причём, привет. Я не знал, что это он. Он сказал да. Просто, за тобой кто-то, ну, типа, это ты забежал? Это я ты оборачиваюсь, забежал в сзади меня стоит Бокт. И он в меня высадил кучу патронов, но я при этом выжил еще, а потом постоянно отключался. Мне пришлось он бегал за лекарством. А где здесь подъем? Вот тут? Вот здесь, да. Да. Ты хочешь пройти наверх, проверить, да, что там? Посмотреть. Ну, у меня подлагиваешь ты, конечно, но не критично. Я у тебя подлагиваю? Не я знаю, выше я... пошел. А, ну, как я тебя проверю тогда? Ой, у меня дверь сейчас полчаса открывалась. Подожди-ка, я, кажется, что-то вижу. Ну-ка. Я пошел в соседнее здание. Слушай, там на карте есть места, где спавнится машина. Меня сейчас чуть провод не съел. Есть на карте места, где спавнится машина. Можно будет попробовать. Можно будет попробовать. Одна спавнится в зубе, кстати говоря, который здесь не отмечен. Но я знаю, что это зуб, потому что мы там миллион раз проходили с Ильей давным-давно. Ух, как я в забию победил. С кем? Заражённый. Он стоял, я ему просто накидывал. Жалко, Артём, у тебя компаса нет. Нужно было бы направлять друг друга. Ну, у меня есть карта. А компас это мой, между прочим, который я тебе отдал. Ну да, типа. Я спускаюсь. Я в эту пошел в здание, ой! Которое... Ой, ты диспетчерка, да я? Я здесь. Ага, видишь тебя. У тебя вот здесь зомби стоит? Нет. А у меня, короче, вот здесь он стоит. Он вот здесь лежит, наверное. А, он наверное. Лысый? Лысый, да, лысый такой. Ну да, это он в песчаном камуфляже. Да. Ну да, вот тут, вон тут лежит. Хорошо, я понял. У меня он просто зараженный мертвый. Так, пойдем, где мы сейчас? 6 карт. Глюки, глюки. Таблетки нужно принимать специально. Мы сейчас... Ну давай, давай, бомжи возьму. Нам на юг, да, идти надо? Да. Бомжей нет. А, не, ну давай, давай. Это я авиабазы, блин, на карте нету, к сожалению. Вблизи. О, я зарезал. На юг, ну пойдем на юг. А, юго-запад, нам, короче, вот да. Туда, откуда мы пришли. Ну это понятно. Юг, юго-запад, юго-запад. Подожди, но мы же пришли вот оттуда. Вот оттуда мы пришли, куда я сейчас смотрю. Не, вот оттуда. Не, мы оттуда не приходили никогда, мы вот от... Вот. Южная сторона. Ладно. Вон, видишь, там общаги стоят высокие. Нет, ну ладно. Ну, поверь мне просто. Если это не так, то... Я вижу там здание, просто обычно. То я тебе, не знаю, что-нибудь отдам. Шлем нашел? Средневековый. О, нифига, у нас рыцарь, блин. Консервированный сенатор. Свинатор. Сенатор, свинатор. Да, как раз нож есть, чтобы... О, я сейчас похаваю, пацаны. Штурмовой шлем! Блин, нифига. Артём, посмотри на меня, ну, я чё, тут... Ну подожди, я тут штуки тоже смотрю. Я к тебе в общагу зашёл, слышу. Это не совсем общаг. Привет. Ого. Смотри какой. Ого ты, нига. Нормально, да? А чё у тебя, так, у тебя есть место? Персики хавали. Чё говоришь, у меня есть? Место. А, ну иди, не надо в него. У меня место есть. Не, я думал...
Илье может взять шлем, но у него средневековый. У него, да, у него средневековый. Я его не обменяю. Не, не так и понял. Так, а, ты в ту общагу пошел? Да. Только на алтын. Не, бороться с зомбями мне будет, конечно, посложнее. О, камуфляжная сетка, нам она не нужна. Такие оружие это хорошо, но... Местные это пришли, и я по ним попасть не могу. А ну, сейчас всех порежу здесь. 5.45 у меня... А я, походу, умираю. А, Артём, у тебя тактический шлем нужен? Он покруче твоего будет. Ну, да, наверное, надо. Баллистический шлем с рельсовой планкой для гарнитуры. И очков ночного видения. Используется специально для защиты головы. Вот у меня. Тут я в гараже. В гараже. Вот-вот-вот я. Он будет покороче, чем твой. Блин. Выглядит хайпово. Выглядит хайпово. Только он в Таркове вот не защищает, у тебя уши еще открыты. Ну в Таркове там на него. В Таркове вообще ничего не защищает. Да. Защищает только донатеров. На него может наповесить что-нибудь. Прицел был. Да. Ну, вам же выходить, я нож покруче заимею. Так, чё? Дальше. Пойдём. Ты вот здесь шлем нашел, что ли? Где? Нет, не здесь. А тут тоже лед не валяется. Класс, я походу всю деревню вырезал. Только это... А в DayZ ты играл? Нет. При этом. Здесь я думал, почему народ не хочет. Ого, я беру это. Нифига себе! Он еще и полностью хороший. Да. Я наверх пойду схожу. Блин, ой, слушай, тут идея. Лута прям так хорошо. О, фуражка. Офицерская фуражка. Кому-нибудь из вас взять? У меня шлем. Да, патроны... не то, что в прошлый раз. Патроны 9x39. Слушай, так тут можно теперь походить. Полевая куртка. Да нет, ну 42 есть. Слота! 42 слота. У меня, по-моему, столько же. У меня просто китель же. У вас кого-нибудь мосинка есть? Есть СКС. Есть СКС, да. На неё не подойдёт. А чё там? ПУ прицел. Да. Да, на неё не подойдёт. Мы кучу прицелов этих находили, которые вообще... Ой, у нас столько мяса! Мы тут, короче, быка зарезали, потом увидели, что это действительно бык. Я сначала подумал, что это корова, побежал к нему так. А там доказательства есть. А потом написано бык, я смотрю на него, типа... А, я уже реально бык. Реально бык. Я юм прошёл. Это опознавательный знак на нём, так сказать. Ну там, да, там опознавательный знак на нем. Там действительно опознавательный знак. Тогда надо будет взглянуть. Большой такой. Так, мужики, я колесо для Волги нашел. Мы много чего нашли для... Ты в гаражах, Артём? Я рядом с гаражами. Бронежилет! Я мерзный, что делать? Скорее всего из-за дождя, потому что тебе холодно. Артём... Я нашел нормальный военный броник. Так возьми его, только у тебя места не будет. Прикольно. У меня нету этих кармашков. Да. Зато есть кобура. Вот, я кобуру на него повешу. И пистолет в эту кобуру. Во, у меня появилось место. А блин. Я юмп нашел. Не, мы же тут в армейском луте, он только в бок, в джинсах какие-то ходит. Да. Я их ни на что не променяю. Непромокаемый рюкзак. А, в этом еще гранаты у меня были, точно. Сейчас нужно их всех нацепить, а потом пойти и взорваться в кого-нибудь. Блин, опять мага зашел за Андрея. КА-101 на 30 патронов. Так, где окей, я уже на заставе приграничной военной. Ага. Которая от электро идет по дороге. Где там, говорил, ботиночки валяются? В последнем гараже. Найду на ничего. О, моток какой-то, кабельная катушка. Да, там... Я найду пистолет. Кабельная катушка случайно не нужна для этого? Вряд ли. Понимаю. Так, а пистолет в какой слот берется? Берет только из инвентаря. Ну, если у тебя есть кобура, можешь кобуру убрать. Ну, не думаю, что у него есть кобур. Может, и нашел. Под 45 АЦП у меня были такие, по-моему. А, блин, есть спички. Слушай, так тут вообще на самом деле лутом богато, я не знаю, чем-то они ничего не нашли. Потому что все злота. Может, наверное, не заспаунено было. А сейчас оно, может, кто-то тут был уже и заспаунено. Тише. Хорошо. Или это Андрей сказал?
Мне показалось, что кто-то рядом может быть. Если мог было убить, я нашел. О! Ой, ты нашел! Поздравляю! Блин, у меня там места для него нету, в том-то и дело. А может тут есть, вон Панама есть, фонарик для пистолета. Короче, сюда. Он здесь лежит. Запомни, да. Я могу его... Нет, я не могу. Возьми здесь куртку хорошую. Подожди, а в штурмовые ботинки можно нож положить? Что? Ну, вроде да. Да? Блин, да. Только почему-то я могу кухонный нож туда положить. Штурмовой нож я не... Точнее, штык я не могу. Возьми куртку хорошую. У тебя хорошая куртка? У меня, да, у меня только что я взял хорошую куртку. А, он нож для стыка для этого был. Собственно, я и вырезал деревья. Вот здесь с камуфляжем. У меня камуфляжная, по-моему. Ну, что, она обычная. Да? А, да, у меня обычная. Пацаны не знают, в чем зале. О, куртка ВСУ, что, действительно? Счета переложу, все. Блин, они отстанут. Тебе еда не нужна, а то у меня ее очень нет много. Нет, прицелы навешиваю на юмпик. Это что-то. Ты сзади этого? Я обратно вернулся немножко. Понял. Еще одна USB только сломанная. Кастрюля. Так, через... Чё, где-то? А, вижу тебя, вижу. Кобра. На что кобра? Ну, не на что кобра. Мне тоже не на что. Так, нам сюда, да? Да. Куда именно? Вот вперед прям. Там выход, видишь? Можно вот чуть левее взять на вышку. Ну, а там впереди здание еще есть. Да. Ты решил свой рюкзак поменять на армейский? Так он 90 слотов. А, да? Да. Фига, он огромный такой, просто как будто... Как будто у меня панцирь на спине, да? Да-да-да. Давай вот в это здание запрёмся, поедим, посмотрим куда и как, и пойдём. У меня тут по идее всё нормально, я бы попил, но у меня есть вода. Попьёшь? 2 километра до Могилёвки. Ну, мы же не пойдём через старый собор. Не, зачем нам это? Ну, напрямик пойдём. Пойдем напрямик. Илья, короче, можно ты с Могилевки, когда дойдешь до Могилевки, наверх через лес, да. На Вышное иди. На Вышное? Да, на Вышное. Окей. Okay. Там проселочная дорога, по идее, будет. Ну, там, короче, с главной дороги будет поворот. Не на Вышное. Так. Ну, если хочешь, можешь сейчас уйти. Ну, сейчас нет смысла идти. А, ну и она еще это не накопилась? Не загрузилась полностью, да? Так, окей, я. Так нам прям вот так идти? Да, 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 просто прям так. Помнишь, мы сейчас будем проходить. А, нет, правее вот мы проходили озеро, в которое завод тут сливает всякое. Это я помню. Яблони, кстати. У тебя с едой проблемы, что ли, я не пойму? Нет, 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 у меня куча кусков этого мяса, и это мясо мне еще на полгода хватит. Вот. Если оно не испортится. Я просто под завязку загружу. И... Нет, практически... свободного места вообще. А, нет, есть, я только что мясо съел.
Для лосей тут подкормка есть. О, рюкзак охотника, ну да. Ну, 63 слота. 63 слота. Взять Илье? Он поместится мне куда-нибудь? Охот. Нет. Кухонным ножом я разделываю этот. О, чё я заведу. Тут пометка какая-то. На дереве. Реально. Ну, это тропа. Это отметка тропы. Тут же вон тропа проходит. Она к зубу видна, да? Да. Короче, по этой тропе... Да, вон что-то там есть, виднеет. Да, вот крепость. Или это... Мы поднимаем... Это крепость, вон она. Ну да. Где там твоя машина? Машина спавнится с другой стороны. Вот нам нужно обойти сейчас просто за крепость. И по идее мы должны увидеть на... На сколько? На Исте, вот там туда. Должна быть деревенька. Я вот не помню, что там за деревня. Не Могилёвка или Часом? Нет, Могилёвка не правее. Могилёвка. Вот если вот туда смотреть, там будет... Там будет Могилёвка. Если налево смотреть, то Вышная. А-а-а. Чё, посмотрим, что в крепости происходит? Да я не знаю, нужно ли туда заходить. Где там? Вот мы за крепостью. Где ты? Вот, с другой стороны, вон, там вот, спуск есть, вон там дома. Там Вышная. Нам нужны конкретно вот эти дома. Вот не, эти... нет машин. Вот они, вот, ну вот впереди. Вижу. Да, это значит крепость зуб, все правильно. Мы нашлись, все правильно. Ну, значит, машины выше, здесь да. Нет. Нам направо, да? Да. Сейчас здесь будет дорожка. Или это мы по ней спустили? Стоп. А это мы... А, нет. Вот эти дом... Да, вот. Мы с северной части зуба. Вот, нам сейчас... Мы сейчас на перекресток должны выйти. Трех дорог? Или двух? Трех дорог. С горы, слева и направо еще. Перекресток одной дороги. Наверное, он слева мы его прошли. Вон впереди. Это Вышная, да, впереди? Дальше. Где? Вот, куда я сейчас смотрю. Вперед, вперед, посмотри. Да я вижу. Дома. Ну, вообще не должно быть Вышного там. Хотя... Может там Могилёвка? Нет. Могилёвка, не, это не может быть Могилёвка. А, ну давай все равно вот, затем посмотрим на знак. Куда? Вот до туда. Зачем? А, нам. Ну, вот здесь вот сюда надо. Ну давай. Я просто не вижу перекрестка. Может он правее. Так, пойдем назад. А, перекресток назад. Вон сзади, скорее всего, сейчас будет перекресток. Одна грунтовая. Это и Могилёвка, кстати. Просто. Ну вот я просто и думаю об этом, что возможно это она. Что вон там вот перекрещиваются дороги, по-моему, это она, да, церква там вот это вот, что-то такое помню. А, огромный коровник, кровятник. Да, это она, скорее всего. Ну что, вот мы спускаемся здесь с этого, что это? Прицел ПУ. О! Иди бери. Мне подойдет? Ну, ПУ. Подложен. Ну, дай-ка. Да! Артём! Боже мой, что ты сделал? Я нашел прицел. Наверное, у меня это завязано на... кнопки на мыши, но я не хочу сейчас просто это тестировать. Или протестировать? Попробуй на колёсико нажми. Я пробовал. Он отдаляет, приближает. Это вот с блейзером нормально все. Он в мушку. Ой, в прицел смотрит всегда. Так, меня слышно? Да. Все хорошо. С блейзера именно прицел, который нормальный, да? Вот. Дед, который. Твой. Он только в него и смотрит. Ну, колечко мыши на самом деле довольно удобно. Окей, ладно.
Правда, он сможет перекрутиться, если у тебя мышка плохая. В самый неподходящий момент ты будешь рассматривать человека в упор. А зачем тебе в упор вообще прицел? Он просто глянулся. Согласен. Стрелял. Так, вон знак какой-то. Это Могилевка вроде, да? Красно-зеленый дом. Ну, это Могилевка, это и... Да. Да. Это... Красно-зеленый дом? Я вижу несколько их. Вот зелено-красный, вот справа. Одноэтажный, красно-зеленый. Да. Он... И вот там еще на краю, на краю деревни есть красно-зеленый. Наверное, он в нем. Вот сказал, там где-то... Наверное, ближе, да. Ближе к электро. Да, Могилевка. Я знал, что это ты, Могилевка. Просто я решил не говорить. Ой, какой у меня размытый знак на Черногорск. Да, у меня такой же. Сейчас зайду в здание, посмотрю, что есть. Подожди, Вик. Змеевка. Надо Илье дать, что у него голова застудится еще. И сломается, блин. Там еще есть в начале деревни или где-то в центре? Еще один ВК сайт. В сторону Электрозаводска. А, ну, в сторону Электрозаводска получается вообще в той стороне. Есть, тут куча, короче, ВК-43 есть, и у меня есть оружейные патроны для него. Резиновые? Нет, не резиновые, нормальные. Там дробь. Какой калибр? 12-й. 12-й. Я понял. Скажи, когда зайдешь. Забегай пока к тому дому. Да, да. Тут, правда, вот ты вот... У тебя тут куча еды валяется. Разные. Так, нажимаю играть. Давай. О, тут вон зомби. В здании. Чё тут тусуешь? О, нифига, ты меня ударил? Ты меня повредил! Ну, сейчас кто-то умрет от зомби. Не-не-не. Ты зашел? Да, я вижу ВК-43. Вижу дом. Вижу, меня вы бегаете. А где? В каком-то доме? Я к тебе? Вон, нет? Я не знаю, кто зомби вот ты тут. Я сижу. Сижу и перебинтовываюсь. А, значит, ты в том доме. Все-таки окей. Я бегу тогда. Значит, на дорогу. Что-то у меня кровь прям уходит. Ну ладно, у меня мясо есть. Проверим, кстати. А, я Андреевскую из дома. Да. Да, ты когда заходишь, оно не погружено. Ты умер? Чё? Да, я умер. На меня набежал зомби и шот. Чё, в Электрозаводск двигались? Может, ты еще живой? Нет, я возрождаюсь. Понятно. Надпись «Вы умерли» определенно трактуется, как «Вы умерли». Класс. Рычажка. Он не ответил. Ключ у него там, смотри, сколько... Так, ты что... Что ты делаешь? Ты снял с ним, нет? Нет. Что ну... есть, то есть. Боже, он превратился в стейк из человечины. Че, наберем, поедим? Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Нет, спасибо, я... Самоубиваться-то я уж не помню. К зомби. Ну, либо... А, а че уже себя ест? Я нет, я игрушу ем. Да, конечно. Да, я грушу взял, которую для Ильи припас. Припас? Сейчас я возьму Илью и накормлю. Груша, Илью. Это все, что тут для меня припас? Нет, у меня куча консерв и мяса. Я с FX'а его забрал, короче, этот. Я ему свой FX отдам. Ты а его, у тебя FX заряженный был? Его разгрузку забери, не знаю. Поместится она у тебя. Че, проверим. Так, мяско. Блин, оно большое. Дай его запихнуть-то. Не было у тебя патронов на FX. Ладно, а разгрузка мне поместится, поместится, есть такое. Только мне еще нужно 3 слота очистить. Бля, тряпки нафиг выкину. Вот, пожалуйста.
Чё там, умер? Нет, я могу найти нож. А солнце-то садится, слушай. Тут, наверное, один средний палец. Даже в половину. Не стоит, чувак. Почему? Не надо. Ты что? Зачем ты это делаешь? А, деревянный ящик пустой. Зачем ты меня убиваешь? Зачем? К чему эти попытки? Вы не можете убить меня. Интересно, если вы так, аккурат... лазера, я убью тебя сразу или нет?
маяк видишь? А, пригородки. Пригородки. Это... Нам направо. Верно. Артём, меняй. Да вот, пригородки уже. Так, а вы в сторону Черной или в сторону... Мы в лесу. Мы вот если и будешь смотреть пригородка. На остров, мы в лесу. В пригородках. Ну тогда я просто лутаюсь в этих пригородках. Так, а дай-ка мы здесь сядем. А где пригородки? Ты с какой стороны железный дорог? Да, это уже пригородки. Ну, можно левее отойти. Да, ты вот где именно? Да, раньше у них винчестеры лежали. Это в нормальном DZ, не забывай, что мы играем. Вы, кстати, довольно-таки неплохой DZ. Вот они реально сделали дело. Ну, есть над чем работать. Ну, да. Ну, нет предела совершенства, но все же. Угадай, что мы сделали с твоим телом. Я забрал его с собой. Частично. Мы с железной дороги подходим. С стороны железной дороги, да. Вижу вас. А ты где? Слева от нас, да? Да, я наверху. А, вижу, на крыше. А, наверху вижу. Стоит, смотри. Так, главное сейчас жилетом его не убить, короче, этим. Ого. Быстро вы. Спрыгнул. Так, это я тебе скинул. Забирай это! И вот я тут патроны для этой винтовки положил еще коробку. А, мясо надо забирай вот это вот мясо. Так. А у меня воды нету, ладно. У меня есть. Вот еще груш забирай, который я специально для тебя взял. А, вот это можешь, кстати говоря... Не знаю, приспособить куда-нибудь, но она, по идее, не должна тебя приспособиться. Она должна? А, да, должна? Она не должна. Не должна. У него разгрузка. Да, охотничий нет, прицел ему не повесится на этот винчестер? Можете повесить. Можете не, на него, по-моему, ничего не вешается. Наверное. У меня блейзер, у меня вешается. Ну, вот на, проверь, если что, с собой таскай, мне все равно не нужен. Тебе бутылка... А, у тебя бутылка есть. На выжидание. Да, я скину. Я не просто не дал шорсом тянул. Так. И просто попить. Так. А, он теперь будет путешествовать с нами, если что. Я дико извиняюсь, но это теперь наш товарищ. Нашел, это четвертый. Я нашел, да. На место. Радиатор. Знаешь, эта штука, она самая редкая, по-моему. А зачем вы покидали туда? В костер прям. Кого? А, это Илья. Патрон уничтожил. Ты понимаешь, что они могли взорваться? Я вот положил тут мясо. Я на это и рассчитывал. Зачем ты грушу? Запекаю грушу. Автомобильный радиатор, кто туда поставил? Нет, кто сюда поставил? Его поблизости поставили. Да блин, я его запечь хотел. Зачем? Мы его так долго искали, а у нас потом машина просто пропала. Да. Ну и чай. Толку. Фига, смотри, как Илья насадился. Потому что если мы найдем целую машину, ну, типа, она будет ехать, но она уедет недалеко.